В семье состоялся парад в чествование одаренных детей, победителей международных и республиканских проектов, предметных городских, областных и республиканских, олимпиад, творческих конкурсов, а также спортивных соревнований. Кроме того, в рамках проекта «Керемет Бала» медалями были награждены талантливые дети, имеющие неординарные способности. Поздравить детей с их успехами и достижениями пришли представители руководства города, родительская общественность, учителя школ, члены неправительственных организаций и ветераны образования. Подробности у наших коллег. В текущем учебном году свыше 400 учащихся школ города принимали участие и стали победителями различных конкурсов, предметных олимпиад и спортивных соревнований всех уровней. Цель мероприятия – чествование одаренных детей, достигших успехов в науке, искусстве и спорте. Наша цель – дать возможность детям развивать свои способности. Особенность этого года в том, что в параде принимают участие и родители, которые подготовили для детей специальные медали. В текущем году 11 семейских школьников стали лучшими в международных конкурсах научных проектов. Среди награжденных – ученик 32-й школы Гибрат Кабдрахманов. Он победитель сразу нескольких творческих конкурсов. Я стал обладателем специального приза на республиканском конкурсе айтыскеров «Жил Алыбы Жамбыл». Постоянно участвую и становлюсь победителем на областных конкурсах. Ученик 8-й школы Тимур Акшулаков профессионально занимается дзюдо. Несмотря на то, что ему всего 12 лет, он уже стал обладателем медалей международных соревнований. Я стал бронзовым призером на соревнованиях в Бишкеке. Также на республиканском турнире, который проходил в Актау, я смог победить своих противников и выиграть золото. Стоит отметить, что на республиканских предметных олимпиадах и конкурсах научных проектов 19 семейчан стали лучшими, а 102 школьника стали победителями и призерами областной и городской предметной олимпиады по основам наук. Всем им были вручены специальные нагрудные значки. Бахытгуль Казес, Маржан Нурушева, Серик Нуртаза, телеканал «Семей».